концертном зале филиала Алтайского государственного музыкального колледжа в городе Бийске. Сегодня со своей сольной вокальной программой для вас выступит Лейла Мусаева. Лейла в прошлом году окончила колледж как пианистка, но еще со школы любила петь и продолжает этим заниматься и сейчас. Кроме того, в этом году Лейла работала в музыкальной школе при колледже в качестве концертмейстера. Приглашаем на сцену Лейлу Мусаеву и ее концертмейстера Ирину Михайловну Сидорову. Вокальное творчество фейлин-солиста охватывает различные жанры – духовные и светские. Наибольшую ценность представляют его песни, вдохновленные образами немецкой поэзии. Сейчас прозвучит один из романсов на стихи Гёте «Радость и горе». Oh!
1939 году в Париже вышел сборник итальянского композитора Джоаккино Россини под названием «Музыкальные вечера», включающий в себя 12 разножанровых вокальных произведений. Одна из песен «Альпийская пастушка» имеет подзаголовок «Тирольская песня» и воспроизводит необычную для итальянской оперной школы манеру исполнения под названием «Юдемирование», свойственную тирольским музыкам. России, альпийская пастушка. Thank you.
церкви, камерная инструментальная, вокальная и духовная музыка. Прозвучит романс второй половины 19 века на стихи Кольцова, пленившись розой своей. Thank you.
музыка Виктора Пасхалова. Ты не спрашивай. И в тебя.